Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня с вами канал «Дом и сад». Хочу показать вам мою цветочную композицию. Сегодня в поте лица с 6 утра не могла усидеть. Вчера позавчера покупала цветы. Вчера срезала всю зелень в саду, туи, всякие можжевельники и так далее и тому подобное. Единственное, купила голубую ель, лапки, для того, чтобы сделать эту композицию. Цветы живые, все живое. Единственное, вот водяной лилии, семена, вот эти коробочки, они сушеные. Ну и шарики. У нас в Европе преддверие Рождества, поэтому вот такую композицию сделала. Установила поднос узенький на 2 подсвечника. Поэтому получилась такая высокая композиция. В серединке 3 свечи. Вот такая вытянутая, длинная получилась. Мне нравится результат. Я не профессионал. Но училась у профессионала, у своей свекрови. Училась она, профессиональный флорист. Я у нее училась. Вот такая композиция получилась. Покажу немножко сбоку. Вот такие розочки. Вот эти вот забыла маленькие какие, что как называется. Вот такая необычная гвоздика, такая пушистенькая, зелененькая. Мне нравится, получилась такая очень нежная композиция. Немножко, я бы даже сказала, не совсем зимняя, а может быть даже отображает мое ожидание опять весны. Опять трудовых забот в саду. Вот такая получилась нежность. Большое спасибо за внимание. Я вам желаю здоровья, счастья, всего самого-самого доброго. До свидания.